Во все времена в России самыми удалыми из вояк считались казаки. И сейчас русское казачество не теряет свою мужественную хватку. В рамках регионального фестиваля «Казачий круг» в Киржаче прошел третий фестиваль казачьей культуры и боевых искусств «Петров день», посвященный памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Дорогие гости фестиваля, сегодня у нас праздник. Праздник казачества нашего Владимирского окружного казачьего общества. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех ваших делах и в жизни. Ливень и холод не нарушили атмосферу праздника. Мастер-классы по метанию ножей, стрельбе из лука, владению шашкой и казачьим кнутом, несмотря на непогоду, прошли на площадках Александровского сквера. Выступили хореографические и песенные коллективы. Военно-патриотические и спортивные клубы продемонстрировали искусство рукопашного боя. Отметим, что в последнее время казачьи общества принимают активное участие в различных мероприятиях. Осуществляют волонтерскую деятельность, патрулируют улицы города и следят за безопасностью граждан.